Несмотря на палящее солнце, а в четверг в Агинском было плюс 30 градусов, и тяжелые национальные костюмы, танцоры выкладываются на сцене полностью и хорошо попадают в такт. Ежедневно более 700 человек, это школьники, учителя, хореографы, репетируют на центральном стадионе. Именно учащиеся школ округа станут одними из основных действующих лиц на торжественной церемонии открытия праздника. Подготовка идет полным ходом. Женщины наводят макияж, мужчины тренируются в стрельбе из лука. Даже главные участники традиционных скачек набираются сил перед забегом. В этом году организаторы внесли изменения в программу фестиваля. Одно из них коснулось конкурса исполнителей бурятской народной песни. Добавлена пятая возрастная группа, старше 50 лет. Также в рамках фестиваля состоится флешмоб с запуском небесных фонариков в память о балдарице Динджапове. Участники и гости почтут память героя. Дарья Лебедева, Анастасия Удовиченко, Сергей Миртов. Время новостей.